Еще одна гибель в горах. В воскресенье 8 апреля на необорудованном для катания склоне горы Айкуя-Венчор, спускаясь с обрыва в районе цирка, выходящего на бывшую военно-морскую часть, лыжник из Санкт-Петербурга получил травмы, несовместимые с жизнью. По версии его друзей, из-за плохой видимости он не заметил обрыва и сорвался с него. Избежать трагедии в горах можно только при условии соблюдения правил безопасности. Мы еще раз хотим обратиться ко всем любителям активных видов спорта. Катайтесь только на оборудованных для этого склонах. Не заходите на территории, обозначенные предупредительными аншлагами из-за противолавинной дамбы. Весенний период в Хибинах обычно характеризуется повышенной лавинной активностью. Основными лавинообразующими факторами в это время являются влияние солнца, положительное значение температуры воздуха, жидкие осадки. Снеговая обстановка в это время может быстро меняться в течение дня на склонах разной высоты. Всегда нужно помнить, что выход на любой необорудованный склон может представлять угрозу для вашей жизни. Ни в коем случае нельзя отклоняться от маркированных трасс в условиях плохой видимости.